Небо закрыли серые низкие тучи, которые не дают пробиться солнечным лучам. Занудные осенние дожди вкупе с порывистым ветром не добавляют позитива, а наоборот, снижают желание что-либо делать. В этом году официальный сезон меланхолии усложнился ситуацией в мире. Пандемия, стресс, нарастающий уровень тревоги. Как не замкнуться в себе и даже найти вдохновение? Как гласит народная мудрость, не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Универсального совета, как избавиться от осенних хандры, не существует. Специалисты убеждены, что человек может проанализировать свой образ жизни, понять, где произошел сбой, и внести коррективы в режим дня. Андрей Кочкин советует не забывать о прогулках и физической активности. Спорт, конечно же, помогает, только не нужно сразу заниматься спортом больших достижений. Если вы боретесь с депрессией или с таким состоянием, главное – отвлечься, правильно, и поддержать здоровье. Поэтому спорт – это в разумных количествах должен быть. Человек начинает грустить, когда в его организме недостаточно гормонов удовольствия – дофамина и серотонина. А значит, ориентироваться надо на то, что восполнит их нехватку. Вкусная, яркая еда и напитки, интересная книга, общение с приятными людьми. Не стоит путать сезонный спад настроения с депрессией. Депрессия – это очень глубокое состояние, когда вы вообще не можете справиться с этим. Ну, буквально вы не можете встать с кровати, вас начинает все раздражать абсолютно и вызывает болезненные какие-то даже ощущения. Тогда вы должны обязательно обратиться к специалисту, к врачу. Это делает врач, не психолог. Да, человек не может переделать природные циклы, но в его силах научиться подстраиваться под них, добавлять в свою жизнь необходимые ему элементы. Облетела пестрая листва? Надеваем яркую теплую одежду. Не слышно пение птиц? Включаем любимую музыку. Еще один способ отвлечься от негативных эмоций и ненастной погоды за окном – это сходить на выставку картин. Ну уж если совсем не получается вырваться, можно посетить музеи онлайн. С симптомами осенней хандры и способами борьбы с ней разбирались Елена Грискова и Константин Островский.